Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Вкратце проясняю ситуацию. Решил я, короче, съездить на задание получить по-быстрому и там начать записывать серию. Но по пути вдруг меня кто-то сбил, я так и не понял кто. И сейчас вы увидите, что было дальше. Продолжаем. Это наш друг, как его? Паул. Что-то я пока не понимаю, что происходит. Чиню я такой, ставил машину, и меня кто-то сбивает. Ну еще один. Рану обработай давай. Вот. А, меня какой-то урод, видимо, на машине сзади подпер. Вот тут я, короче, стою, значит, чиню машину вот эту. Чиню. Слышу, кто-то едет сзади. Бах! И меня прям влетели. И, видимо, меня сейчас спас мой друган. Хорош. Так, на калаш, ну нахер калаш. Так, братуха, спасибо. Реально красавчик. Чё, поехали? Садись. Садись. Едешь? Ну как хочешь. Увидимся. Так, здесь есть кто-то? Видимо, нету. Ладно, продолжаю тогда. Так, откроем карту. Угу. Продолжаю, короче, путь к заданию. Поехали. Так, я доехал. Возьми оружие. Опа. Если у вас нет активного задания, в оружейном магазине появится торговец. Он предложит вам задание. Чтобы открыть новый вид оружия для покупки, ваше новое задание откроет следующее наименование. Что думаешь насчет небольшого совместного дела? Один человек везет через границу с востока груз в трассорт. Ты знаешь, как расстроить человека. Один человек везет через границу с востока груз второсортного оружия. Перехвати груз, и в следующий раз я привезу для тебя кое-что особенное. Окей. Ты знаешь, как расстроить человека. Что? Я знал, что ты согласишься. Все? Так. Сохранимся. А здесь что? Что за этот? Барши какой-то? А, нет, это гараж. Так. Подзарядимся. И выдвигаемся. Так, глянем, где у нас это задание. Блин, довольно-таки далеко ехать. Ну ладно, делать нечего. Поехали. По пути как раз, я думаю, перебьем несколько человек. Так, сейчас надо решить, как лучше ехать. А, ну хоть, ну правильно, все, так едем. А, у нас цель еще движется, походу, да? Да, смотрите-ка. Впервые такое задание вижу. Опа. Другальки наши. Оружие заклинило. Откуда?
Тихо-тихо. Отлично. Пацаны, еще. Видел тут тебя где-то. Ныкается, что ли? Нет? Ну, походу, все. Тут чисто. Всегда, когда я чиню машину, происходит всегда какой-то бред. То в меня начинает стрелять, то, как я уже говорил, меня врезался и... Врезался кто-то в меня. Машина эта не едет ни хера. Выезжаем отсюда каким-то образом. Так, что у нас уничтожил? Ага, уничтожил. А куда мы выходим, молодой человек? Все, поехали. А, вот он. Вот он. Так, грузовик наш уехал с товаром. Догоняем его. А он врезался в машину, походу, нет? А, не, протаранил вроде. Ах, где там не закрыто. Не перекрыта дорога. Тут никак этот не увеличит скорость. Дать по спидам. Ускориться никак нельзя. Что-то грузовик слишком быстрый. А машина моя слишком медленная. На обгончик. Ах, он сучок. Нам вообще плевать, походу. Че он такой быстрый? Надо было, блин, первым делом по водителю стрелять. Я так понимаю, я уже не догоню его. Нет смысла, потому что машина в дерьме. А он по кругу гоняет, походу. Давайте попробуем по кругу также ехать за ним. Только в обратную сторону. Как раз сейчас зачистим райончик этот, где нас приняли. Так, ну и где тут? Это база была. Так, стоп, я хотел еще яркость погромче. Ой, погромче говорю. Звук, да, можно потише сделать. Но вот графика где-то должна быть. Яркость прям по фулу выкрутим. Чтоб на видосе было четко видно все. Так, сейчас смотрим, куда он едет. Если он едет в нашу сторону. Все, он сдох. Так, с дробаша кто-то по нам палит. Так, я так понимаю, нам этот грузовик надо доставить, да, куда-то?
Так, видел еще одного здесь вроде как. Нет. Показалось. Стоп, 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 слезай. Малярия. Нет, как принять таблетку? Как таблетку принять, я забыл. Где, блин? Управление. Действие разное. Лечение H. Нет, здесь нихера не написано. Вся игра не нужна. А также, наверное, H. Ну да. Чё-то я жму H, он нет, нихера. Ну и кто где стреляет? Стоп, уничтожь дикого конвой, че я тупой такой? Для начала машинку увезем чуть подальше, чтоб она не взорвалась. Кто? Блин, тут даже не пишет, захватил ты, не захватил. Ладно, давайте уничтожим. Все, миссия выполнена. Получите, окей, опять надо миссию взять какую-то. Давайте самую ближайшую. Так, сохраняшку, как быстро сделать? Сохранить игру, вот. По-быстрому, здесь сохранимся, на всякий случай. Ладно, насрать, короче. Поехали на задание. Все взорвалось. Так. Опа! Пацаны! А куда это мы едем? Так, опять туда же. По той же дороге едем. Пока я не знаю, что за задание у нас. Сюда нам. Так, заехать с другой стороны надо. Где-то тут. Ну и что здесь? Что это? Миссия принята. Слушай очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартная, негроянные алмазы. Поступит на твой счет по выполнению задачи. Какой-то незнакомец нам позвонил. Сказал, какая-то у нас цель есть. Ее надо убить. Устранить. Далеко ехать-то? Ну, норм, достаточно. Пофигу, поехали.
Видишь там? Не, а ты? Возьми автомат. Опять заклинило оружие. Где-то здесь тип был. Где ты? Я ж тебя слышал. Гнида. Да ладно. Я слышал типа, я вам серьезно говорю. Так, нет. Либо он ушел, либо он заныкался где-то. Приныкался. Гаденыш. А, пофиг на него, поехали за целью. У нас опять что ли цель, которая двигается? А, враг нет. Етить, колотить. Ух ты, да тут лагерь целый. Мир. Так, патроны закончились. Я так понял, тут дробовик один патрон нужен всего. Как на цыпочках, как на гнида. Тихо, меняем оружие. Не вижу противника. Вижу. Оружие, как обычно, друзья. Стреляем, добиваем эту гниду черномазую. Берем его дроп. Стреляем с калаша. Убиваем. Кинем наугад хае. Типа байтим. Убили лоха еще одного. Пока что никого не вижу. Вижу. Все. Еще один тип минус. Так, цель наша. Вот здесь где-то. Где, где, откуда? Выходи, крыса. А, вот тебя что, гниду убить надо было? Мафиозника какого-то. На изи, друзья, на изи. Так, будем иметь в виду то, что прицел надо держать. Так. Чё, все равно новое задание нужно получить нам. По-прежнему все. Блин, а калаш прикольный. Мне нравится. Так, нам нужна тачка. Есть где-нибудь тачка? Вон она. Стоп, я кого-то слышал. Стоп. Этот тип живой.
лол. А, вот отсюда я начал. Блин, я уверен, то, что тут еще кто-то остался. Но так как у меня нет задания расчистить здесь все, нет смысла искать кого-то. Поехали, задание нового оружейника возьмем. Возможно, в магазине появился новый товар. Возьмем себе какую-нибудь М-ку какую-нибудь. Ну, какой-нибудь дроп, короче, возьмем. Так, опять. Ух ты. Без башки типа остался. Тихо. Так, в голову надо стрелять. Я понял. Так, нам нужен оружейник. В какую сторону? В эту. Окей. Ты что, столб сбить не можешь, что ли? Где-то тут оружейник. Ага. Едем к оружейнику. Если у нас нет активного задания, в оружейном магазине появится торговец. Он предложит вам... Ну да, это я знаю. Ты знаешь, как устраивать засады. Думаю, у меня есть для тебя дело. Мой конкурент везет груз поганных АК и обычного дешевого мусора с северо-запада. Постарайся, чтобы этот конвой не дошел. Хорошо. То, что я хотел услышать. Все. Можно я у тебя что-нибудь сейчас затарюсь? Не хватает шприц-тюбиков, в аптечке можно носить больше призов-тюбиков. Окей. Так, что-нибудь новое у нас появилось. Пулемет Калашников. Во, Калашникова. Давайте, я не знаю, ну попробуем вот эту пушку взять. А улучшение есть? Чё-то я и не посмотрел. Может, что-нибудь улучшить можно? Пособие, снаряжение. Вот, пистолетный ремень, легкое штурмовое. Снаряжение. Улучшение боеприпасов. Ящик для запасного. Может, попробуем вот эту хрень взять. Я не знаю, что я покупаю. Вроде как это ящик. Но сейчас посмотрим все. В принципе, алмазы тут, я так понимаю, зарабатываются на изях. Сохраним игру. Выйдем. Зайдем на склад. И посмотрим, что там открылось, не открылось. Вроде что-то я открыл. Мне написали. Пулемет мой. Где пулемет мой? Вот он. Ага. Нужно купить. Я ж что-то покупал. Основное оружие вроде. Вот это что ли? Вот оно. И что, это типа на хранение отдал? Не, на хранение нам не надо. Забирай. Пулемет. Тема. Где пулемет? Вот. Надо для него еще взять. Улучшить его боеприпасы взять. Больше. Улучшить магазин, точнее.
чтобы больше боеприпасов могли брать. Это где-то пособие, что такое улучшение точности. Ух ты, нифига себе, да ладно. Пулемет, улучшение точности. Так, вот здесь ящик, хранилище. Нет, я понял, это что это параша полная. 10 кристаллов, окей. Ладно, пойдемте опробуем эту пушечку. Поехали на вот этом говне. Хотя здесь приятный дисплейчик. Машина приятная на самом деле. Хоть и на вид говно, но приятно ездит она. Светлая тачка. Ага, вижу типов. Я понял, короче, сейчас будем... Так мы стреляем с калаша сдали. На. Короче, с пулемета будем в упор стрелять. В упоре работать с этой пушкой. Так, где-то один уродец здесь есть. Или он взорвался? Он взорвался, походу. Слабый, ребята. Ага, вижу. Изи бой. Вроде никого больше нету. Надеюсь, что нет. Ух ты. Так, груз я так по... Ух ты, нихера себе нам ехать. Да он еще и движется. Так, доставим нашу пушку. Сдох. Найс. Перезаряжаем. А патроны какие? Нельзя у этих бомжей патроны брать? Нет. Обидно. Ладно, нам очень далеко ехать. Не будем задерживаться. Так, сейчас гниды за нами поедут. Нам их желательно сейчас устранить. Никто не едет. Опять впервые так. Нет времени доставать пулемет, нашу пушку. Завалим их сразу так.
Дроп, отлично. Патрончики подобрали. Шприц юзанем. Так, а шприц можно прям на последних секундах юзать. Что-то груз у нас слишком дерзкий. Очень далеко он. Ладно, похер. Едем за ним. При любых условиях. Так, еще вижу какой-то склад. Стоп, а это разве не мое убежище там? Нихера себе, да ты охерел, парень. Это ж убежище вроде, нет? Тук-тук. Вот тут вагончик. Ну да, это убежище. А, хотя тут, наверное... Блин, опять что ли? Тут, видимо, все захвачено этими придурками, потому что они спокойно гуляют по всей округе. Я думал, это своих я замочил, сейчас они начали стрелять по мне. Ладно, дальше поехали. Железная дорога. Я не знал, что здесь есть железная дорога. Я даже не знаю, догоняем мы нашу цель или нет. И возможно ли вообще ее догнать. Хотя она уже недалеко, она по железной дороге здесь, что ли. Ух, мы так как круто бежим мы. Здорово, шнырь-курьер. Ага. Еще какой-то охранный пункт. Так, нам бы дроп. Пацаны. Нет, 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 не то. Этого нам не нужно. Нам вот этот дроп нужен. Или... А чё, нельзя его брать, что ли? Только дробовик. Я думал, что на столе мне показалось, типа, сидит чел. И похер ему. Дальше продолжает сидеть. Блин, машину желательно сейчас починить. Это что за херня сейчас была?
ты откуда взялся? Да, на добивочку. Я просто знаю, что вы живучие гниды. Поэтому вас добиваю. Все, продолжаем. Путь. Так, у нас на пути опять какая-то станция. Или что это? Магазин, а это... Сохраняшка, походу. А стоп, цель-то не движется. А мне казалось, типа, движется цель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там опасный чел какой-то, друзья. Аж микрофон улетел. А где этот снайпер херов? Ну-ка, покажи снайпу, братуха. Ну, говно, говно. У меня, если бы сейчас были патрончики на вот эту вот детку, то без проблем. Кто-то машину заводил, я слышал. Или кто-то смотался по-быстрому. Видели то, что я приехал. А вот теперь цель движется у нас. Интересно. Стоп. А что если мы ее... А мы ее сейчас в упор прям встретим. По вот этой вот дорожке. Вот, по этой дороге у нас цель движется. Так, надо сразу стрелять водителя. Да, прямо на нас едет. Так, приготовимся. Стоп, стоп, так я же могу с этой херни прям палить. Да, желательно нам бы починить одну машину. Я думаю, что мы починим вот эту. Я вижу, тип бежит там. Быстро, 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 быстро. Стоп, или это свой? Блин, по модельке, знаете, похожие друганы у нас есть. Так, цель у нас уничтожить конвой. Сейчас мы это и сделаем. Отгоним вот эту тачку. И уничтожим. Все. Вижу типа. Поехали-ка к нему. Пулемет на машинах, он вообще безнадежный здесь. Братуха, вставай.
Опа, кейс. Алмазик. А это что за гнида? А, добив. То откуда? Оттуда. Готов. Так, получить задание. Так, давайте опять по карте сейчас посмотрим. Нам нужно желательно сохраняшку. Фитоняшку. Так, давайте, ладно, поедем к оружейнику опять. Там у нас... А хотя, стоп, мы же можем сохраниться прямо здесь. Чё я такой тупой? Принимаем. Нихера тут дерево горит. Так, оружейник. Ты где там? Оружейник. Нам назад. Немного пошалили с ребятами. Что опять? Почему у меня машина загорелась? Опять там чел. Снайпер. Доброе утро. А я застрял. Тихо, куда ты? Иди сюда, короче. Хана тебе. Где мой мачете? Иди сюда. На. Это снайпер вроде, да? А нет, тут пулеметчик, смотрите-ка. Мой пулемет украл. Тут вроде тип еще был где-то. Так, это мы возьмем. Это я на калаш поменяем. Алмазик. Так, сохранимся. Так, едем к оружейнику. Где он? Вот он. Стоп, а куда ты слез? Дурак. Вот у нас оружейник дальше. Нам не здесь, машина. Выходить. Вот здесь. Вот здесь выходить. А, нет. Ну ладно. Пулемет возьмем. Боеприпасами. Так, все, дробовик нет. Есть калаш. Нет.
Ух ты, 400 патронов, друзья. Я заряжен. Так, если на один звонок. Да, я знаю. Как насчет работенки на стороне? Проблема вот в чем. Один украинец пытается влезть в мое дело. Он ждет груз. Перехватишь груз, и я привезу кое-какое особое снаряжение для тебя. Люблю дух предпринимательства. Друг. Так, давайте для начала посмотрим. Уничтожьте конвой. Опять конвой. У этого, походу, только конвой в голове. Снайперская винтовка, МАК-10 у нас, ракетница. Ракетница, взрывные устройства, пособия. Так, улучшение боеприпасов. Так, давайте сохранимся. Я думаю, что на сегодня мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.